Моя прикормочная схема состоит в основном из бойла собственного производства. Но есть небольшой нюанс. Стартовал я первые двое суток с использованием мелкой быстрорастворимой фракции, то есть пеллеца. Также давал самую малость кукурузы, но не ферментированной, а консервированной. Буквально там жменю на одну прикормочную сессию сподинга. То есть два раза в день я кормился. Один раз в день днем я давал в корм кукурузу. Чисто как декоративную фракцию, чтобы создать на прикормочном столе ковер из редких ярких декоративных частичек, которые бы визуально привлекали рыбу. Но основным компонентом моей прикормки является, конечно же, бойл. Бойл я катаю сам. Тут у меня в программе несколько видов. Я сейчас о них расскажу. Расскажу о принципе и стратегии своего кормления. Итак, дневной закорм. При помощи сподового удилища, при помощи спомба, спомбовой ракеты, на свою дистанцию я высыпаю ориентировочно 3-4 литра резаных бойлов, пеллеца и кукурузы. Так я делаю в течение первых двух дней. В последующие дни я уже отказываюсь от всей мелкой фракции, кормлюсь исключительно бойлом, чтобы уменьшить количество некрупной рыбы на своем столе. С помбом я кормлюсь днем. Ночью, в ночь, на вечерний закорм, когда мне необходимо дать прикормку, которая должна будет сработать в ночное время, я не плюхаю с помбом, здесь рыба дикая, поэтому она опасается громких шлепков этой ракеты о воду, а поэтому в ночь я кормлюсь исключительно при помощи кобры. То есть такой вот карбоновой коброй засылаю бойл на точку, делаю достаточно широкое пятно. Размер моего прикормочного стола ориентировочно 8 на 15 метров в ширину. В середине прикормочного стола у меня лежит центральная удочка моя. Там устраивает веселую пирушку, как правило, более мелкие экземпляры. Левая удочка лежит в левом краю этого прикормочного стола, а это как бы выход на более мелководную часть. А правая удочка с более крупной насадкой лежит 15 метров правее от стола и 15 метров дальше вглубь, в русловую ямную часть. И именно на нее у меня происходят вот эти вот 6-часовые поклевки более крупных экземпляров под 10 и более килограмм. Крупные рыбы, вероятно, не очень сильно любят делить пиршество с более мелкими экземплярами, и поэтому где-то крутятся рядом или обходят стол стороной, поэтому наибольшее количество поклевок солидных бонусных рыб я как раз получал именно почему-то с краю стола. В ночь докорм именно коброй позволяет мне рассредоточить стол, то есть, естественно, кормление коброй не настолько точное, как, предположим, при помощи заклипсованного сподового удилища, но в этом есть свой смысл. Бойл
распределяется, рассредотачивается достаточно широко. И рыба, которая в данный момент, так как осень, она активно сейчас перемещается в поисках пищи, так как бабье лето, температура хорошая, ночи теплые, ночью плюс 10, температуры воды в районе 14 градусов, то есть достаточно комфортные условия сейчас. Так вот, рыба перемещается из гузыря в яму, из ямы в гузырь. Мой сектор находится на проходе, как бы, и мне нужно просто ее остановить. Поэтому я рассредотачиваю бойл по прикормке, чтобы рыба просто дольше его искала и находила. Чтобы не получилось так, что несколько особей заплывут в точно сконцентрированное пятно и в течение какого-то количества времени опустошат мою прикормочную точку. Мои бойлы разбросаны, они заставляют рыбу искать, шуршать, там пылесосить дно, потому что бойл-то имеет аттрактивность, и поэтому он все равно дает какой-то сигнал ароматический, вкусовой в водную среду. Говоря о бойлах, вот у меня здесь три моих основных бойла. Сладкий бойл на основе бертфудной и зерновой, то есть по большому счету это объединенный в плане питательности бойл, но он имеет активный аромат фруктовый и предназначен для того, чтобы создавать активный такой кисло-сладкий сигнал. Его совсем немножечко, он декоративный, но я его даю специально для того, чтобы насытить мой стол каким-то количеством декоративных частиц, долгоиграющих. И в отличие от кукурузки, о которой я упоминал ранее, этот бойл не по зубам всякой мелкой рыбе, там карасям всяким, густере и прочей досаждающей мелочевке. Поэтому он может дождаться более крупной рыбы, которая им заинтересуется и как минимум визуально приплывет посмотреть, что это. Карп вообще, должен я вам сказать, и сазан очень любопытная рыба. И многие приманки, которые попадают к нему в рот, зачастую попадают к нему в рот не по причине, что это вкусно или он хочет это съесть, а по причине того, что он просто, ему интересно это попробовать. Поэтому все мы знаем случаи того, что карп ловится там у любителей на пенопласт, или мы там ловим его на поп-апы, которые по сути не несут вообще никакой пищевой ценности, а лишь являются цветными, разноцветными флуоресцентными шариками. Второй бойл — это бойл на основе рака. Рак, криль, он уже имеет более питательную основу. Он на основе рыбной муки, на основе муки криля, на основе мясной муки. То есть это как раз тот бойл, на который я ловлю рыбу. Здесь добавлено немножко Робин Реда, поэтому вот этот его красный цвет, как раз он имеет такой красноватый оттенок. Робин Ред — великолепная добавка. Смесь различных перцев, специи. Карп очень любит, это хороший стимулятор аппетита и вообще как бы великолепно реагирует на приманки с добавлением Робин Реда. И третий бойл, вот он, коричневый более. На него у меня произошло большее количество поклевок. Это такой же точно, а та же самая основа бойла в плане муки, но здесь немножко другие добавки. Здесь ряд других ингредиентов, помимо тоже того же самого экстракта рака и тутового шелкопряда, присутствует еще ароматизатор рак-ракушка, вот, и еще аминокомплекс дополнительный, в котором я его после того, как был приготовлен, вымачивал. Вот, собственно, бойлы моей программы. Два вида питательных бойлов. Почему два? Ну, чтобы экспериментировать, там, чуть-чуть в эту сторону, чуть в эту сторону гулять. Бывает, у меня были ночи, когда, например, клевало только на этот. Были, когда клевало только на этот. Были, когда работал один и другой. Вот, на этот бойл я не получил поклевку, но я уверен, что он свою роль сыграл именно как привлекающий просто фактор, чисто визуально. Но я особо и не упирался во фруктовый бойл сейчас, потому что знал, что сейчас рыбе нужна более высокопитательная программа. Этот бойл имеет в диаметре, ну, вообще двадцатка, но по-хорошему, если честно, получается где-то 22 миллиметра. Такой бойл достаточно хорошо можно кидать в нормальную погоду на дальние дистанции при помощи кобры. Вот. В случае же, когда я его заряжаю в спомб, часть бойла я подрезаю ножичком напополам. То есть для того, чтобы раскрылась его текстура. Вот. Внутри бойлики такие, ну так, похожие абсолютно. Сильный аромат, классный, интенсивный, на заводской, фирменный бойл. Ну и работает не хуже, потому как количество рыбы, которую я поймал, говорит само за себя. Стратегия кормления карпа имеет большое значение, потому что можно ошибиться,
и давать лишний шум, хлюпать, или давать много мелкой фракции, или наоборот, давать много крупной фракции, и не попасть как бы в правильный ритм и не ловить достаточное количество рыбы. То есть здесь играет роль каждая деталь. И конкретно та система, о которой я рассказал, она применительна, вот я ее применяю конкретно на этом водоеме. На другом водоеме в другое время, конечно же, я бы искал, экспериментировал и, возможно, бы перешел бы на кормление исключительно зерновыми смесями, или же только пеллетсом, или только маленьким бойлом, или наоборот вообще бойлами огромного размера, с глиной, с прикормкой сыпучей. То есть суть не в этом. Суть в том, что кормление карпа – это вечные эксперименты, и к нему я всегда подхожу как в первый раз. То есть нет у меня любимых схем кормления рыбы. Я лишь пытаюсь подстроиться под то, что карпу необходимо в данный момент. Многим будет интересно задать вопрос, а как же так? А как же карп-то раков этих ест? Они же твердые. Но у карпа достаточно мощные глоточные зубы. И у меня неоднократно я наблюдал такие ситуации, когда после поимки необходимо поместить карпа в мешок и продержать его там практически до вечера, ну, то есть не дать ему более 10 часов посидеть в мешке, для того, чтобы карп испорожнился, и посмотреть, что реально он употребляет в пищу. То есть есть ли он твои бойлы, кукурузу, зерновые или что-либо другое. И неоднократно я наблюдал, как оставались фрагменты просто порубанных раков, раскусанных на несколько частей. Вероятно, карп их банально просто там отрыгивал, то есть это мне неизвестно. Но сам тот факт, что карп достаточно спокойно и свободно забирает в рот достаточно крупных раков, ракушек и банально их разгрызает на куски, дает мне уверенность в том, что для него не является преградой и крупные насадки, вот, достаточно твердые бойлы, потому что карп, в общем-то, любит похрустеть.